Прекрасное событие у одних прекрасных людей. Дело в том, что очень символично, кстати. Неделю назад я вышла замуж. Спасибо. За самого лучшего мужчину. И вот сегодня создали семью одни прекрасные люди. Павел и Кариночка, где вы? Я вас видела только что. Просили поздравить. Павел, Карина! Они меня слышат. Где-то там высоко, наверное, в ресторане. Что ж, поздравляем вас, дорогие наши. Желаем вам счастья, любви, взаимопонимания. И, конечно же, чтобы вот эти мурашки, они были всегда. И, конечно же, верьте в себя и в свою любовь. Последняя песня для вас, мои хорошие!